На улице Урицкого тяжелая техника не останавливается ни на минуту. Задействовано 30 машин и 60 человек. Катки идут один за другим, чтобы брака в работе не было и чтобы уложиться в сроки. Небесная канцелярия вносит свои коррективы в работу. Прогноз погоды отслеживают ежедневно. У меня вот несколько приложений в телефоне, по которым мы ежечасно отслеживаем погоду. И на сегодняшнюю ночь дождей не обещают, поэтому, собственно, и запланировали укладку именно на сегодняшнюю ночь. Комплексное обновление территории у Крымской площади проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На Урицкого уже уложили выравнивающий слой асфальта. Сейчас приступили к укладке верхнего слоя покрытия. Здесь запланировано обновить 16 тысяч квадратных метров. Работу подрядной организации контролируют городские власти и общественники. Выполнение работ по ремонту ведется под контролем МБУ дорожных хозяйств и департамента городского хозяйства. Вместе с тем следует отметить активную жизненную позицию жителей нашего города, также и вклад Общероссийского народного фронта, который также осуществляет контроль за ходом выполнения работ. Движение на участке улицы Урицкого сохранили. Транспортный поток здесь интенсивный, поэтому при ремонте используют щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь с повышенным содержанием высокопрочного гранитного щебня. У нее более высокая способность выдерживать нагрузки. Это одна из самых новейших разработок в области дорожных покрытий. Она максимально износостойкая, прочная и долговечная. Самарских водителей такое преображение дорог радует. Ремонт любых дорог – это положительное явление. Тем более хорошо, что они ремонтируются поздно вечером, когда уже движение минимальное, то есть не мешает движению. Ну и то, что качество дорог повышается, это, по-моему, рад любой водитель. Помимо асфальта на дорогах полностью обновят разметку, установят новые ограждения и светофоры. Также ремонтируют тротуары, инженерные коммуникации, решетки дождеприемников, устанавливают новый бордюрный камень. Там, где необходимо, выполнят устройство газонов. Всего рядом с Крымской площадью работы ведут на 8 участках. Сейчас готовность 65%. Завершить ремонт дорог здесь планируют до конца сентября. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов. События.